Вообще-то без волос оно лучше. Ничего, отрастут. Рассказывай. Как живешь вообще там? Я тут ехал мимо, да, и думаю. Загляну. Может, матери что передать? Ты пишешь, нет? А что? Я не знаю, может, с продуктами там помочь. Что он тут делает? Что его пустили, я не понял. Он кто? Твой родственник. Родственник? Да. Брат, документ ты предъявил, паспорт. Какой паспорт? Фамилия-то одна. Да почему одна? Он Белов, а я Беликов. Я его вообще первый раз вижу. Вы проверьте, может быть, он агент какой-нибудь. Ладно, Беликов. И нечего тут ходить. Слушай, брось. Ты меня слышишь, нет? А что я говорю? Я ж тебе по-доброму приехал. Чё ты из меня?